У Гомеля открылся центр по навучанию оказанию первой допомоги. Занятки будут проводить специалисты Червоного Крыжа. Курс подрыхтовки могут пройти все желающие. С подробностями Ганна Каральчук. Як спынить кровотек? Что робить про химичном опеку? И як допомогчи человеку при инсульте? Про все это можно доведаться у супрацовников Червоного Крыжа. Причем не только у теории. Наученцы смогут потренировать навыки, как у критичной ситуации худко отреагировать и прийти на допомогу. Для того, чтобы остановить сильное кровотечение, мы просим нашего пострадавшего зажать рану. Пока мы приготовим какой-то подручный материал, мы должны сделать давящую повязку. Да? Используем, например, косынку какую-то, да? Так и как можно меньше, чтобы свои руки не соприкасались с кровью пострадавшего. Поднимите, пожалуйста, сразу вот таким делом привязываем. У процессе навучания використовуются манекены и наглядные имитационные материалы. Первыми подрыхтовку прошли волонтеры первичных организаций Червоного Крыжа. Ирина Дзяньгуб працует в Центре социального обслуговывания. Каждый день сустракается с пожилыми людьми и инвалидами. У небеспечных ситуациях девчина николи не была, але хочет быть готовой, коли ее допомога спотребится. Каждый человек должен уметь оказывать какую-то хотя бы первую помощь, чтобы в каких-то ситуациях можно было ей воспользоваться и спасти жизнь какому-то человеку. То же самое в своей семье, это тоже важно, как бы и маленькие дети рядом, и родители, и бабушки, дедушки пожилые. И тоже как бы надо уметь, я считаю, что каждому какую-то помощь оказывать. Те, кто поспехово пройдет курс оказания первой допомоги, отримают соответствующие сертификаты. Правильно оказанная первая допомога скорочает час лечения и часто является решающим фактором при выратовании жизни потерпелого. Именно тому организация Червоного Крыжа надает такую значную увагу на подобным навыкам. Есть такой подобный центр еще в городе Минске. Сейчас он уже создан на постоянной основе, будет действовать и у нас в Гомеле и Гомельской области. Всегда должен стоять в первую очередь человек. Все создано для людей и во всем мире приветствуется для каждого человека, чтобы он знал, как оказывать первую помощь на дороге, дома, на работе. Программа занятков различена на 16 годин, у группах до 10 человек. Навучание бесплатное. Каб записаться на курсы, треба покинуть заявку на сайте Червоного Крыжа, альбо звернуться по телефоне. Ганна Каральчук, Євген Макеєнко, телерадіокомпанія Гомель.